Так, все. Коллеги, здравствуйте. Приветствую всех коллег Ситу, приветствую всех коллег с Твича. Продолжаем играть. Так, ну, а вот этот скуф свинья, о котором ты говоришь, он... ну, он дальше, я его пока что не проебал же. Правильно, неправильно? Бля, ну вот эти враги, конечно, которые стоят на возвышенности, это пиздец какой-то. Артем Климов, да, все сильно, только вместо пятерка трех, а то я чувствую, тоже лоховские боссы будут. Все, добро. Добро, добро. Так вроде что-то пропускали. Но я не думаю, что много я попропускал. Вроде как дохера я всего... Ну, я стараюсь чистить локу. Но... Может быть, что-то и пропустил. Такой тоже может быть. Ты пропустил чела, который дает скилл на клонирование. Блин, я не знаю, пропустил я его или нет. Забери тот камень Апохмелин, в чаще валяется вроде, а после тебе поднять скалу страха, каменная равнина. Так, рупицы я угаю, но у меня пока что нового оружия не предвидится. Если не ошибаюсь. От моста налево вроде было. Все, добро. Так, это мост, а это налево. Так, кусочек золота, шелк, не оно. Блин, а куски золота, они для крафта нужны или для продажи? Камень отрезвления, важные предметы. Так, ну вот это камень в отрезвление. Видно, о нем вы говорили. Бля, хилок не осталось. Бля, вот эти типы чисто как будто бомжи из Dark Souls. Привет, Никита, видел как тебя, как ты таксовал. Помнишь меня? Блин, если ты тот тип, от которого воняло всю дорогу, то да. С другой стороны, я других и не вожу. Блять! Так, пацаны. Бля, вы рофлите, что ли? Вас троих побеждать? Никита, какой у тебя рейтинг в такси? У меня пятерка стоит, кстати говоря. Я всегда задушевно общаюсь с водителем. Всегда здравствуйте, до свидания, не хлопаю дверьми. Так, тут вы говорите, переместиться нужно в эту. Перемещение, гора черного ветра. А куда мне переместиться, ты говорил, нужно? Так как у тебя вся лока не открыта, то от деревни песчаная... Ага, то от деревни песчаная врата, долина отчаяния нужно... Долина отчаяния нужно идти к мосту. Все, я понял. Я понял вас. Давайте смотреть. А это босс там будет или что? Так, ты добрый или нет? А почему у меня мартышка с злыми красными глазами стала на момент? Скала страха.
Ё-моё, так. Ага, первый сейф. Окабуды. Важные предметы. Так, развитие. Разжечь искры. Там новое что-то появилось интересное. После первыми четырьмя ударами... После шести успешных попаданий первыми четырьмя ударами из серии... Что-то я не понял. Что это значит? После шести успешных попаданий первыми четырьмя ударами... Похуй, давайте. Так, окей. Ну я не знаю, как того типа достать вообще никак. Так, ты взорвешься или что? Не взрывается. А магия в игре есть или только дрыном пиздить? Только дрыном. Только дрыном и камбухи разные с этим дрыном. У нас же тема вся эта шаолинь, искусство, все дела. Лаукусь, да. Я отходил, босс уже был. Не-не-не, пока только эти бомжи. К боссу пока что даже не приблизились. Ну да, слушайте, я прям большущий пласт будто бы упустил. Большущий пласт Локи. А почему я вообще пошел туда, а не сюда сразу? Так, это что-то значимое? Как трожь костер равнины, иди вперед направо за забор. Ага, иди вперед направо. Так, ну вот это вроде вперед направо. Ебать вас тут!
бля, у меня и ресурсов, конечно, осталось. И магии нету ни хрена. Ну ладно, это хотя бы просто пощупать босса, чтобы. Зверополису. Крупица разума, материалы. Кровь железного быка, материалы. Так, это еще один из духов, да, в которых мы можем превращаться. За водопадами, что в лесу, что и тут. Кстати, тоже секретный босс, нужна чешуйка, где ты бил большую крысу, что своего батю съела. Так мне сюда вообще не надо, ты же сказал идти сюда направо. Или я тебя неправильно понял? По правой стороне, ага. Так. Маны не осталось вообще. Так, я понял, это оно, да? Ну, я не знаю, это бессмысленно его мочить без... Чашу подняв выше, не найдешь ты ответ. Кто пред ликом небес, говорит, смерти нет. Эх, не справился я с заданием. Принеси-ка мне что-нибудь, что поможет протрезветь. Так, доставить. Давайте попробуем. Ох, освежает. Это ты привел меня в чувство, спасибо. Довольно болтовни, у меня в животе урчит. Прежде всего надо заморить червячка. Говорят, в храме крадущегося тигра есть мясо, стоит туда заглянуть. Сперва подкрепиться, потом уж трудиться, на голодный желудок ничего не добиться. Так, я не понял. В храм крадущегося тигра? Все, я понял. Блять, до тэпки еще просто пиздряхать и пиздряхать. Блять, это что-то... Это босс? Каменный страж, вот это я нарвался. Ух ты ж, блядь. Так, я не помню. Ебать. Так, ну ладно, давайте сначала с каменным стражем разберемся. Как я понимаю, вот эта локация, она не основная, да? То есть, мне нужно... К боссу идти, вот о которому... Короче, к другому боссу мне нужно идти. За этим боссом будет Наруто техника. Бля, нихуя ты быстрый и резвый.
Все, дай-ка мне это, с боссом разобраться. Не, за мясом, ребят, я пойду после этого босса. Так, ну ладно, я со способностями, чел. Да ебать, палку не дают зарядить. Ага, ты еще камни можешь кидать. Да ну нах, ты еще сумонить можешь. Да, урона, конечно, вообще нихера я по нему не наношу. Так. Блять, попался. Блять, нет, удар. Такие камни боссы почти в любой игре есть. Попадем с таких видео в Гове, в Борде и в Хогвартсе. Но это классика, да. Голем. Так, за этим боссом, сказали, будет Наруто механика. Так, отдых. Так, перемещение. Ну что, храм тигра получается. Так, и сейчас будет сразу next босс. Пьяный Скуф-кабан. Так, ну и где он? Ну и где босс-кабан? Он не босс, его просто накормить надо. Потом вернуться к месту. Он, кстати, справа по лестнице, не доходя до арены. Так, справа по лестнице.
Ну, я спро... А где, ну? А где? А, вот он, все понял. На эту тухлую крысятину я даже смотреть не могу. Я так скоро с ума сойду. Поможешь мне найти что-нибудь вкусное? Я так мечтаю о сочном нефритовом лотосе. Может быть, у тебя получится найти его в этих мертвых землях? Так, держи нефритовый лотос. Порой хочется каких-нибудь блюд без мяса. Я нашел кое-какие зацепки. Золотое царство и правда как связано с этими пустошами. Говорят, золотое царство лежало там, где садится солнце. Превыше всего там почитали крыс. И вот ни с того, ни сего царство исчезло, весьма странно. Я только что попробовал тех гуаев крыс. Мясо на вкус как человеческое. Здесь еще кто-то живет, полагаю, в их бедах виноват гуай и желтый ветер. Наш старший брат дал мне кусочек золота, сказал, что однажды он мне пригодится. Время пришло, я отнесу золото куда нужно, посмотрим, что будет. Ты находишься на замке тигра, тебе надо в нем мясо найти. Кэт, не мясо разве? Это же мясо. Может, как-то так ему его нужно принести, что ли, я не знаю. А, уже все, я накормил его, понял. Так, Наруто технику забрать. Прикольно. С одной тычки. Так, ладно, его надо заморозить как-то это. Чтобы он не успел свою подлость совершить. Нет, нет, нет. Так, это, как я понимаю, и есть Наруто техника, да? Крысиный губернатор, духи. Ага, это хуйня вместо вот этой срани. Бессмысленной. Изменно вращается крысиный губернатор и подпрыгивает, держа в руках посох, с которого врываются электрические разряды, наносящие урон молниями. Да, но это, кстати, будто бы и лучше. Извини, отходил по делам. Не было босса. Артём, был. Мы победили одного. Увеличен максимальный запас маны. Ага. Так, а как? Так, окей, теперь вернуться к кабанчику. Сколько траев было? Со второго трая я победил его. Ты не забрал, да я знаю. В смысле? Первые 2 это размен, потом 500, но награда победителю. Я понял, да. Спасибо большое, Артём. Ха-ха-ха!
А, слушайте, а когда они наэлектризованы, они очень много урона же получают, правильно? Отличный был бой, такой напряженный. Мне нравится, предлагаю вместе исследовать эти владения. Маска вепря. Так, опа. Использование бурдюка ненадолго дает средний бонус к атаке. Если долго не пить из него, атака ослабевает на такое же значение. А что такое бурдюк? А здесь мне пока сюда не нужно идти? Да бля, ребята, спасибо за реальное определение бурдюка, но я это... Хочу узнать, что в игре это значит. Вернись к песку, ты скилл не забрал. А это не скилл Наруто был, который я только что за это... подхватил. Ты взял духа, а чат орёт про норм спел. Ну, то, что орёт, конечно, чат, ты тоже так немножко это... перегибаешь. Не орёт никто. 2-3 человека пишут. Хуяси. Не спеши. Бля, полет волоса очень эпично снят. А тебе идет? Хорошо, что я приберег это для законного владельца. Могучие двойники, наконец. Это, кстати, шорткат к финальному боссу. Ну а мы с этой локой-то все или не все? Просто если все, то как бы я и пошел бы к финальному боссу. Еще за кабаном была дверь какая-то. Так, а как лоны работают? Ебать, как клоны работают бодро. А это вообще не супер имбовый скилл?
Пиздец. Да, вот я, блядь, просто взял и проебал скилл с нуля, потому что... Так, вот большое. Ты босс, не босс? Ну, это, в принципе, я вам так скажу, вот то, что, о чем я говорил на первом стриме, что вот эта игра, она хороша первые 10 часов. Вот первые 10 часов вообще круто. Но потом она просто начинает утомлять. Честно сказать, я от нее уже так немножко утомился. Так еще 10 часов не прошло. Да нет, почему? Как раз таки прошло. А, стоп. А мы тут не... Мы ж тут были, нет? Тянет на игру года? Не, не тянет, не тянет. Эта игра, скорее, знаете, типа на безрыбье и вот эта игра. Так, а с этой стороны я не могу пойти. Так, ну давайте пощупаем босса Локи, не знаю. Игра... Ну, на играх Брикс, да, если брать лучшие игры Брикс, то, конечно же, это игра года. Даже спорить не буду, ребят. Типа, да, знаете, да, игра красивая, анимации красивые. С боссами неплохо драться. Ну вот, к примеру, типа вот эта локация, да, она красивая, но она вся такая. В этом и проблема. И ты просто начинаешь уставать. То есть вначале тебе показывают гигантскую пустыню скалистую. Но суть в том, что это очень большая пустыня, гигантская скалистая. Так, дом желтого ветра. За мудрецом каждым стоит злодей. Чем выше пик, тем тень его длинней. Неравенство — крупный рассадник смертей. Мне некуда деваться, как и тебе. Да, да, хорошо. В ДС там тебе и мостики, и пещеры, и замки, и коридоры, и ущелья, и поля, и руины, много всего. Ну в ДС... Ну хотя это не утомляет. Все эти мостики, руины и прочее. Похоже, мы тут надолго, да. Тут 3К не заработать. Так, ну подождите, еще не вечер. Сейчас разберемся. Сейчас. Даб. Oh my god!
Так, ну все, ну маны нету. Да, Дес просто сделана душнее из-за того, что она основа жанра, считая, на нее все опирается. А эта игра сделана, будто чтобы соус-лайк страница в стиме пополнялась, ну и все. Болото, невидимые пещеры, гроз невидимым полом не утомляет. Ну да, 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 это понятно, блять, с Десом все. Так, ну, слушайте, у нас есть очко прокачки, я бы этих клонов прокачал бы, потому что они прямо урона нормально так разносят. Развитие, разжечь искры. Ну-ка, волшебные волоски. Могучие двойники. С каждым уровнем таланта увеличит время жизни двойников. Нормально, это на два можно сделать. Урон двойников поблизости увеличивается. Дает запас здоровья двойников. Когда вы наносите удар врагам, время жизни двойников увеличивается. Эффект суммируется до 10 раз. Неплохо. Запас здоровья двойников увеличивается. А это что? Урон поблизости двойников увеличивается. То есть, если мы рядом, да, будем стоять... Ну, кстати, тоже неплохо. В DS еще мобы на каждом углу ждут, а хитрые сами, а тут бегай ищи. Ну нет, тут мобы тоже встречаются. Часто, на самом деле, и тоже на каждом углу. Ну, я говорю, как бы, понимаете, вот эта игра, вот будто... Ну, хорошая игра, но будто и что-то, блядь, в ней не доделано. Ну, я думаю, честно вам скажу, ребята, это будет ластовый стрим по этой игре. Вот, потому что... Ну, у меня особого желания нет ее проходить до конца, я вам честно скажу. Ну, то есть я более-менее понял, что меня ждет. И, в принципе, для меня игра, ну, исчерпывающая оказалась. Я ничего не вижу. Ясно. Без лора неинтересно играть в подобное. Ты многое скипаешь без претензий. Я вам так скажу, если игра может быть интереснее только за счет своего лора, это говно, а не игра. Типа, ребят, не обязательно знать лор Властелина Колец, чтобы кайфануть от Властелина Колец. И от книги, и от фильма. Не обязательно знать лор Звездных Войн, чтобы кайфануть. Даже если вот ты не смотрел Звездные Войны, к примеру, но играешь в какую-нибудь там игру по мотиву Звездных Войн, типа Battlefront. Это просто качественно сделанная игра. Ты написал чушь полную. Ну а что у нас есть по снаряжению? Ну, у нас вот есть такая самурайская штука. После идеального уклонения дополнительно получаете много очков концентрации, после идеального немного сокращается время перезарядки всех заклинаний. Бля, звучит неплохо. Ну иди, я, честно сказать, тоже не понимаю, какой лор здесь нужно знать. Ой, как тяжеловато. Ой, а уже минус 500. Ясно. Сейчас первого трая, блядь. Ебать. Бля, у него еще столько хп. Ай, здесь надолго. Как Грейс вообще, просто только зашел, хочу понять, что это.
Ну, а ты знаешь вообще, что это такое изначально? Ты меня спрашиваешь с точки зрения чего, как играется? Ты вообще спрашиваешь глобально, что это за игра такая? Или ты спрашиваешь, как играется на третьем стриме в эту игру? Так. Я не видел прохождения пока, поэтому вопрос глобальный про игру. Ну, глобально-то я и говорю, что в этой игре вот есть такая проблема, что она за часов 6, но лично у меня она очень проедается. Вы знаете, что она мне на самом деле напоминает? Assassin's Creed Odyssey чем-то. Не по геймплейной составляющей, а вот по тому, что вот, я не знаю... Много ли из вас играло в Одиссею именно? Вот чтобы далеко зайти. Я наиграл в Одиссею 50 часов. И я помню, как меня от этой Одиссеи просто тошнило в один момент. От игры. То есть она красивая, сюжет, то есть прикольная, озвучка прикольная. Но, бля, она просто меня тошнила от этого однообразия. И вот с этой игрой то же самое. То есть она вроде красивая боевка, вроде прикольно с боссами даже какими-то сражаться. Может, из-за Локи? Не-не-не. У меня такое-то, так, то же самое чувство возникло, когда мы были в Локи, где был лес. Где были джунгли. Блять. Мне понравилась Одиссея, вот Origin на меня тошнило. Но вот, как по мне, с Assassin's Creed самая главная проблема, что если ты прошел один Assassin's Creed, ну только если ты Юра Хованский, ты захочешь играть в остальные. Реально, Assassin's Creed это игра ровно на одну часть. Вот любую часть ты выбрал, вот какая тебе попалась на протяжении твоей жизни. Вот ты с любой этой части так кайфанул, может даже прошел ее до конца. Но в еще остальные играть, это пиздец полный. Ачивки там выбивать. Мы уже зашли в душу по Crusader Kings 3. Есть возможность, вероятность еще одной партии. Ну я пытался делать же одну партию в Crusader Kings еще. Я же делал еще одну серию афрорусов. Вот, Холи Михаил, на самом деле, Холи Михаил сейчас, ты написал, точно, эта игра действительно очень похожа на Хогвартс Легаси. Бля, я все думал, с какой игрой ее сравнить, это действительно Хогвартс Легаси. Но только Хогвартс Легаси с очень обрезанными механиками. Потому что в Хогвартс Легаси их больше гораздо, чем тут. В Hogwarts Legacy есть даже обсосные мини-игры. Но боссы здесь лучше, чем в Hogwarts Legacy. Чего здесь? А вот это кто тогда? Это же папа.
Что? Знаешь, это же папа. В смысле папа? Это папа? Да. Это папа? Да. Не, ну ты что-то путаешь, наверное. А, поняла, все. Ну кто это? Скажи давай, кто это? Я знаю, кто это. Вампир. Кто? Вампир. Вампир? Да. Это бибиена. Да нет. Да-дат. Да нет. Да-дат. Нет. Это обезьяна. Да нет. А кто? Это же... Звезда. Кто? Звезда. Звезда? Да. Это звезда? Да. Может, ты звезда? Нет, он звезда. Он звезда? Да. Смотри, это обезьяна. Давай. Держи, держи. Вот это хикс нажимаем. Да. Все. И дальше. Давай еще посмотрим. Че, как думаешь, смогу победить? Нет. Думаешь, не смогу? Я ты победишь, ну давай. Побил. Давай я теперь попробую. Нет, зайчик, нет, по очереди. Не надо, не надо дуться, все по очереди. Ты как думала? Чего? Жадина я? Да, нет, это честно. Как это нечестно? А что, честно, чтобы только ты играла? Как это да? Нет, типа... Чержом, не надо жать. Все, нет, сяся! 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 Подожди, папа, папа может его победить, подожди секунду. Хватит говорить, что я жадина. Хватит так говорить. Жадина. Хватит так говорить. Сесть. Жадина. Хватит. Жадина. Нет. Подожди, по очереди. А что ты маме скажешь? Что я? Иди сюда. Твоя очередь. Никита Юрьевич, вы сами очень популярны, раз китайцы вас в главные герои игры добавляют, да?
Дашь мне попробовать выходить? Ну, зайчик, ну да, я попробую. Опять? А что опять? Ну ты ж поиграла. Жадина. Блин, мне кажется, вот этот босс, он до конца стрима. Ну, я не знаю. Блин, а еще вы говорите, у него вторая фаза будет? То есть это не с одного вот этого хитбара его нужно победить, там еще что-то будет? Он без ксвина... Что? Сейчас, зайчик, подожди. Я сказала, Маша, спать! Я, во-первых, папа. Это раз. Короче, у меня появилась тактика одна. По крайней мере, идея для этой тактики. Попробуем сейчас. Спасибо за сын, даже шмот, который упрощает этого босса, убирает ветра, говорит чат. Какие ветра убирают? Типа просто, что вокруг не будет всякого говна, или у него скиллов каких-то не будет? Всем уважением, но купи аганим скипетр или сходи в Рош Пит, и там уже используй мисчиф. Так босса легче будет убить. Сейчас, ребят. Дайте еще метод Гридина попробуем. Бля, я промазал. Он очень крепкий. Но, блин, я вот прямо чувствую, что вот, блядь, 2-3 трая, и мы его убьем. Я понимаю, Кузьма сейчас большую сумму Артему торчит. Главный совет — не ей желтый снег. Блин. Где ты был 2 дня назад, друг?
О, блять, а все, моя страта-то... Ну, все, ей пизда. Все, моя страта, все. Это прохождение сбегать в магазин кабанчиком за пивандрием и в доту переходить там спокойнее, да. Может быть, ты прав. Ну не, слушайте, это жесть. Это пока что самый сложный босс, которого мы встречали в игре. Стас, 100 рублей. Смотрю на ваш скилл, вижу признаки окончания школы гейм-мастерства. Успехов вам. Да, Стас, тебе тоже успехов. Где нам эта, блядь, свинья? Куда идти за ней? В храм тигра надо ебашить? Как вам игра в сравнении с Elden Ring? Сколько она в турецком PS-сторе? $60 она стоит в турецком PS-сторе. Так, равнина, хорошо. То есть мне нужно просто за эти ворота зайти, и там что-то будет. Там скинь 3 косаря, и мы посмотрим мультик. Нынешние люди не видят древней луны, но эта луна светила тем, кто жил в древности. Смотри, будь то царство заката или царство злата, это лишь эхо былого. Если верить легендам, в этих песках обитал огромный жук. Пока он дремал в недрах земли, никто его не видел. Когда он пробуждался, то поглощал любого, кто имел несчастье его встретить. Его броня была прочнее камня, и обычное оружие от нее отскакивало. Он вселял ужас странствующих торговцев и жителей соседних царств. Один желтошкурый гуай-крыса почуял, что от жука исходит невиданная мощь. Бля, ну фэпосы вообще... Уехали в отпуск, туапсы. Он положил конец его бесчинствам и подчинил его себе. Обрадованный царь назначил Гуая Крысу придворным мудрецом и возвел алтарь в честь его. Скованный жук был отличным источником силы, и Гуай Крыса решил остаться. С новообретенной мощью Гуай взял в плен танского монаха и устроил битву с Сунь-Куном на хребте Желтого Ветра. Яростные ветра, которым повелевал Гуай, заволокли небосвод. Если бы не вмешался Батистава Линзи, танский монах так и не нашел бы священные тексты. А вот лишенное покровительство крысы царство пришло в упадок. Некогда цветущий хребет Желтого Ветра с тех пор безжизненный. Шу Ян Чин и Аби Щи Гуань Щи Хуань Фань. Кстати, отвары. Не, он повышает сопротивление яду. Ну не, этого нам не нужно.
Стой! Уходи во свояси, путник, или найдешь здесь свою погибель. Ты что, смеешься надо мной? Пойдешь к царю на ужин. Бля, еще один страж-тигр. Так, понял. Ладно, все, сейчас ферст трая. Ну это что-то вообще было просто. Ты мастерски сражаешься посохом. В твоих руках великая мощь. О, храбрец, не поможешь ли ты моему царю совершить доброе дело? Наш повелитель с горы Линшань, всем сердцем он желает избавить народ от страданий. Однако Йогай очень опасен. Если ты поможешь, у нас будет вдвое больше шансов на победу. Мне за этого типа должны дать эту специальную хуйню? За следующую? Ага, то есть тут еще один босс будет. Ты смог победить моего стража. Значит, ты и правда силен. Йогай защищается от меня с помощью какого-то артефакта. Даже ветер Самадхи ему нипочем. Выманить Йогая можно лишь одним способом. Я буду бить в барабаны, и он выйдет. Если хочешь помочь, улучши момент и выкради артефакт. Тогда я смогу совладать с Йогаем. Кузьма, здравствуйте. Действительно, ваше прохождение YouTube не работает. Не знаю, у меня работает. Фубань. Здесь, на западном краю мира, солнце каждый день садится в море, и вода закипает. Шипение стоит такое, что младенцы в колыбелях не выдерживают его и умирают. Чтобы смягчить этот звук, люди бьют в барабаны, но они привлекают Йогая. У Йогая есть артефакт, который защищает его от меня. Явишься сюда, ты уже проявил храбрость. Помоги мне. Так, ок, ок. Лол, ок.
Блять, обновимся нахуй. Надо гранату в панцирь кинуть, да-да, как в Звездном десанте. Я тебе помогу! Бля, проигрывать нельзя вообще. Я заново это говно не выдержу. Сейчас, друзья, 10 минут назад дрались. Вот она, мужская дружба, да? Аниме. Не, работа с камерой в катсценах моя почти 10 из 10. Давно такого чего-то пиздатого не видел. Это реально уровень God of War. Прям эпик при эпик. Благодарю тебя от имени моего народа. Блин, а я скипнул ролик или вряд ли? Какой эпичный момент, а на самом деле Никита просто бил посохом по ногтю. Да. Пилюля ветров. По указу Будды я прибыл сюда, чтобы усмирить Гуая Желтый ветер.
Так, ага. И... И с этой пилюли ветров РТЛ. Понял. Теперь шмотку юзать нужно в финальной стадии того босса, когда начинает запускать вихрь песчаный. Вот, а если бы я вот играл в соло и не лез бы в интернет, как бы я бы до этого додумался? Это к этому логично ты приходишь или нет? Просто мы этого босса открыли раньше, чем нам дали эту срань снаряжение. А мы что-то новое можем изготовить? О, монашеский головой убор из насекомых. При приеме лекарств вы получаете большее количество очков концентрации. Слушайте. А как-то классно тому жуку на спину запрыгнуть. Такого мувмента не хватает свободного передвижения по локам помимо бега. Да. Пустой мир. Декорации как бы красиво, но на все хотелось бы полазить как-то. Вот хочется просто, знаете, типа, вот видишь такую хуйню, и там залезть как-то. Или вот на что-то более высокое и сделать скрин. Вот на ту хуйню. Что такая, пагода называется? Вот на эту пагоду залезть прямо на шпиль. Вот эту хуйню когда юзать? Вот когда он сейчас вот эту хуйню начнет страдать. Или нет? Вот сейчас, да? Ты
Я не понял, эту хуйню когда надо юзать? МКБ собери, брат. Это понятно, что МКБ надо собрать, брат. Этого пройти не можем, я на этом боссе сегодня остановился. Никита зашел на стрим, ты говоришь, игру, как тебе стоит покупать? Нет. Я считаю, что нет. Сколько его дрочишь уже? Да, вроде часа полтора сижу, наверное, на нем. Но вроде как я близок к тому, чтобы его пройти, но это какой-то вообще пиздец, честно сказать. Блять, я эту хуйню юзнул случайно. Блять! Не, босс сегодня будет убит по-любому, парни и девчонки. Мы это не закончим, пока эта хуйня не ляжет. Пью вино, смотрю тебя. Какое вино предпочитаешь? Или алкоголь? Спрашиваю, как админ в КБ. А ты женщина? Или мужчина? Завис 100 рублей, привет. Слышал про Deadlock. Та же Dota, только в 3D. Разрабы, те же вальвы, много обилок и шмоток из Dota. Сейчас бета-тест, слышишь, все сутся кипятком. Бля, ребят, я не понимаю, зачем мне... У меня же есть Dota, зачем мне новая Dota? Ну просто для чего это нужно? Ну слушайте, что-то получается. Все, я понял. Я понял, когда эту хуйню вязать. Наверное. Виски прошел бы с первого трая, говорю как парень. Это ты, кто писал, что ты сидишь, пьешь вино? А, это ты, да? То есть ты, парень, сидишь с бокалом вина, пьешь его. Так вот еще выпил. Ой. Ставишь, что посуда эта еще тряслась. У тебя еще вот тут вот, да, синее такое от вина. Пиздец. Не знаю, в моей картине мира вот сидеть одному вино глушить вот только женщина может. Не знаю почему. У меня всегда такая ассоциация. Просто пиздец какой-то. Как-то, как это, как... Почему? Бля, я хотел эту хуйню юзнуть. Почему она мне не дала? Почему она не дала мне юзнуть? Р. А, блядь, левый стик. Да я нажимал левый стик. Я хуй знаю, блядь. Спасибо за рейд, Юра. Спасибо за рейд. Так, ну, я надеюсь, как бы пару шуток-то остроумных, искрометных-то будет в чате сейчас от пьяного мастера. Потому что это такой рейд без какой-то колкости.
меня сегодня чуть это говно не выиграло. Ну, кстати, я думаю, учитывая, что тебе Хогвартс Легаси понравился, и ты любишь Assassin's Creed, я думаю, что нормально ты поиграл бы в нее. Мне почему-то кажется. А знаешь, в чем ирония-то, блять? Вот когда я эту хуйню взял... Вообще проще не стало. Вообще проще не стало. Я этого босса когда мочил, прежде чем взять этот скилл, я даже не доходил на той стадии, когда этот скилл нужен. Блять. Может, лучше перепройдем к Kingdom Come? Биляр, вот только потому, что я помню твой ник в чате, и ты постоянный зритель. Вот я тебя сейчас не забанил только поэтому. Это единственная причина. Ой, бля, я после каждого трая просто устаю физически его убивать. Он очень долгий. Он просто, бля, нереально долгий. Ну, это ненормальный хит. Это, короче, ненормальный хит-бар, блядь, у него. Он не, ну, так просто, бля, каждый трай это минут 7. Если это пол хп. Так. Блять, не хватает на этих двойников. Я забываю про этот скилл с превращением. На самом деле. Его надо юзать. Но начало, как бы... пиздение его положено. В целом, возможно, клонов имеет смысл раньше поюзать. До вот этой ебанутой стадии его.
Кузьма, я сам этого босса пиздить заебался, дропай игру нахуй, всем привет, кстати, граф Кувалда. Может, скипнем? Так, господа, я вас серьезно, серьезно, вы, не знаю, может, впервые находитесь на этом канале или что-то еще, 5 часов дед из Ведьмака 2, до 5 утра это было, как помню сейчас, я хотел в этот день лечь пораньше. Вот у меня исправился режим в тот день, когда я пиздил деда из Ведьмака. Но попался этот ебучий дед из Ведьмака. 5 часов, я до 5 часов утра его пиздил. Тут не скипается, блядь. Тут не скипается. Да, вот это вообще худший трай. Не, я реально говорю, вот я только вот этого босса победить и все, и нахуй эту игру. Я просто, знаете, даже подумать не могу, что впереди будет что-то вот подобное. Даже думать не хочу, что впереди вот будет какая-то хуйня, похожая вот на вот эту хуйню. Есть смысл билд перелопатить? Я вот думал об этом. Я на самом деле об этом думал. Мне кажется, таких игр, где есть обилки на кулдаун по времени, надо в начале боя давать их все сразу, чтобы к концу боя они успели откатиться. Нет, тут это так не работает. Тут дело в том, что как бы нет, те обилки, которые я могу давать, я их даю сразу. Блин, ну может быть... Может быть вот этого попробовать? Может сразу в него обилку огненного чела? Бой-то длинный, мне кажется, вот он может откатиться. Но вот, к примеру, вот эта обилка, которая типа развеивает ветер, она не успеет откатиться вообще никак. Она долго кадешится. Ёбаный в рот. Есть смысл каменную башку взять вместо этого духа? Вообще нет смысла. Этот дух, он дает усиленные атаки по нему. Плюс я в него въебал очень много очков прокачки. Изготовление лекарств. Усиливающий дрожжи на долгое время увеличивает шанс критического удара. Ну давайте попробуем. Увеличивает урон. Смена дает концентрацию, снимает состояние шока, отравление, обморожение. Повышает, значительно повышает урону. Сопротивление. Давайте попробуем, як ведьмак, обмазаться всяким говнищем. Короче, наверное, можно сделать так. Мы типа в него заходим. Юзаем скилл превращения в этого огненного шаолинь-монаха. Ебашим его огненным шаолинь-монахом. Выходим из него. Даем стан, бьем, что можно бить. Делаем какой-нибудь сильный удар на 2. Мы вообще вот эту хуйню юзаем, которая типа электричество увеличивает по нему урон. Короче, стан, увеличиваем урон, превращаем в шаолинь-монаха, бьем. На стадии, когда вот он начинает этой хуйней страдать, типа это, в разную хуйню превращаться, вылетать из песка, тогда пьем эликсиры, которые уменьшают урон, усиливают там силу, крит и т.д. Хорошо, давайте пробуем. Yeah!
Бля, ну было нормально. Ебать, попал под его атаку. Вот тут нужен артефакт, я понял, блять, то есть мы дошли только вот до этой стадии, где реально этот артефакт нужен, блять, ну а как ему выбить так много хп? Так, подождите, ну давайте, я не знаю, может реально попробовать перекачаться. Развитие, рожащие искры, к примеру там, как там сделать так-то, что все? Он следующий после идеального уклонения. Накопленная сила, состояние превращения. С каждым уровнем таланта немного ускоряет восстановление силы. Так, ну ладно, вот с превращением вообще хуй можно забить. Что можно сделать с этим мистицизмом? Магическое око больше не прерывает серию быстрых атак. Когда вы снимаете с врага... А, слушайте, вот это неплохо на самом деле. Так, да. Врагу безумие быстрого эффекта... Когда у нас время действия следующего эффекта обездвиживания, применяем к тому же врагу, немного увеличивается, допустим. Вот это все берем, потому что тут вот выглядит все как полезное. Основные. Так, по-любому. Так, что у нас открылось? С каждым уровнем увеличивает максимальный запас маны, усиливает защиту. Это что? Шанс критического удара. Максимальный запас выносливости, здоровья. Давайте здоровье, все в защиту. Ёбнем. После идеального уклонения на месте остается иллюзия, которая взрывается. Блять, а вот это звучит как имба. Звучит прям имбово, вот эта хуйня. Давайте попробуем. Давайте так попробуем. Еще перекачаем ударную стойку. Но идеальное уклонение. У нас идеальное уклонение постоянно получается. И если еще за них будет взрываться. Ну, понятно, там хуйню урон будет он наносить. Такое чувство, что выносливость стала быстрее убиваться. Ну и как по ощущениям? Да непонятно, блять. Дало это что-то. Ну, будто вот этот на самом деле взрыв, он ничего не дает нормального. Звучит как хуйня полная. Вот это неплохо, что... Прирост от идеальных уклонений. Так, вот можно оставить. Очень значительно мешает на прыжки. На уклонение, да, тоже хорошая хуйня. Крит шанс, я тоже думаю, что крит шанс может и получше будет.
шанс критический. Да. Давайте так вот попробуем. О, господи. Тебе точно нужно 2-3 очка концентрации. Я вот тоже думаю насчет концентрации. Вот этих очков. Бля, ну просто тут тайминги такие, что не всегда ими пользоваться получается. Он еще уворачивается постоянно от них. Ну а с чего можно убрать? Ладно, это тоже хуйня. Дополнительный урон по области можно убрать. Это тоже можно убрать вполне себе. И, к примеру, вот стойки с посохом, да? Сюда въебать очки. Скажем, он немного увеличивает количество в основном при использовании очков концентрации. Давайте вот это. С каждым уровнем таланта уменьшает затрат на усиленные мощные атаки. Немного увеличивает урон от всех комбинированных атак. Вот это нормально. Ускоряет усиление во всех стойках. Вот делать, блядь, 4 очка, выдрачивать, чтобы было 3. Думаете, стоит? Бля. Ну, кстати, неплохо. Хороший трай, ну... Хороший трай, это когда победный трай. Это просто трай. Это просто трай. Так, в это время... Так, ну вот он станет, когда он его бьет такими атаками. Ну, кстати, да. Ну, давайте попробуем. Тайминге. Вообще все не в тайминге, нахуй. Но, блядь, с этой концентрацией по нему просто не попасть. Вроде на бумаге звучит прикольно.
Ученик мой, какой же ты глупый, ты украл заклинание Эрланга и реликвию великого мудреца. Да еще лишил своего наставника головы. И все ради мимолетной власти над мертвой долиной. Щит, это Будда. Круто. Амитофо. Сяоши-чжу. Я Бодхисаттва Линдзи с горы Малая Сумеру. И надзиратель за этой крысой. Когда великий мудрец скончался, шесть его чувств развеялись по миру смертных. Эта вороватая крыса завладела одним из них, однако она была слишком слаба, чтобы поглотить силу чувства, а того она и замыслила недоброе. Я же ни о чем не ведая лишился головы. Чувству нужен глубокий сосуд, в котором силе его не будет тесно. Я возьму на себя ответственность за то, что крыса устроил на хребте. Твоя отвага и рассудительность помогли восстановить порядок. Лишь ты имеешь право хранить эту реликвию. Береги ее вместо меня. А может, это и не Будда, хрен его знает. В христианстве есть Иисус, и знаете, не спутать. Там, ну... Блин, восток дело тонкое. Одну шестую игры прошли, конечно. Не, я не думаю, что это одна шестая. Это другая анимация, кукольная, да? Качни, пожалуйста, вторую стойку. Это не важно, я уже играть не буду. Мы сейчас мультик смотрим и все, мы прощаемся с этой игрой. Я не понял. Это собака, которую он подобрал? Блин, ну вот это стиль, конечно. Это, конечно, стиль. Тут не поспорить. В смуте такое вместо катсцен, которые картинки. Да, да. Ну, то есть, знаете, даже вот этот элемент вставки. Ну, в смуте просто надо отъебись. Картинки, да и кто там читает.
Это ему типа приснилось все его будущее? Люди, звери, Будды, Яугаи. Все они несут бремя своей судьбы. Никто не вправе препятствовать тому, чему суждено случиться. Разве не так? Сунь-У-Кун. Глава 2. Желтый песок, тихие сумерки завершены. Ты прошел сквозь ветра и пересек пески, но добрался ли ты до забытого царства на краю света? Видел ли ты столкновение камней и падение прислужника тигра? Чем крепче ты сжимаешь уши, чтобы слышать лишь внутренний голос? Чем сильнее стремишься к совершенству, тем дальше ты уходишь от истинного пути. Крысы и кошки, ни те, ни другие, не избраны судьбой, но они никогда не смирятся с этим. Прислушайся, юноша, и ветер донесет их причитания до твоих ушей. Блин, могли бы за такого босса и побольше, чем один уровень дать. Ну, короче, скип, ребята. Мне игра просто, ну как, понимаете, типа, я вот понимаю, что вот дальше в нее играть, я задушился на ней. Ну, мне это утомительно. Она просто не меняется в течение вот всего дальнейшего. Вот на этом моменте вот вся игра, которая показана, вот она такой и будет. И тут уже на любителя. Кому-то это зайдет, кому-то не зайдет. Меня это просто утомляет. Вот эти боссы по 2-3 часа, какие-то очень долгие локации, которые, ну, вот, к примеру, тут, ну, будет сейчас локация снега какого-нибудь условно, будет все белое. Первая локация была локация джунглей, все зеленое. Вторая локация песка, все желтое. Ну, как-то я не знаю, вот эта палитра однообразная, она немножко утомляет ходить по ней, но реально просто заебывает. Типа, игра стилевая, тут вообще спору нету. Вот катсцены, как сделаны между игрой, всякие там вставки с музыкальные, там вот эти картинки, которые сделаны, очень красивая игра. Это правда, я такого давно не видел. Но особенно, знаете, если речь идет там не о каком-то крупном разработчике, а если идет, ну это не инди-китайская игра, понятное дело, да, сюда влито просто ебануться сколько денег, но так или иначе это все равно там не какая-то компания с громким именем, от которой ты ожидаешь чего-то подобного. Здесь вот в этом плане, конечно, она приятно удивляет. Да, и все это скатывается именно не в какой-то там типа китайский Souls-like, а это, ну вот именно какая-то такая новая игра, которая напоминает чем-то Souls-like, чем-то Hogwarts Legacy, чем-то Assassin's Creed напоминает, God of War. Короче, какая-то сборная солянка. Есть люди, которые захотят ее пройти до конца. Я не один из таких людей. Нормально. Интересно в нее было поиграть. Если есть желающие, то, пожалуйста, играйте, проходите. Расскажете, что там будет в конце. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Всем доброй ночи. До свидания.